Толкаемся в пробках. Да, в Гусь-Хрустальном пробки тоже есть. Просто тут два переезда. И если их закрывают, то весь город встал. Получается, проходит железка прямо посередине города. Толкаемся потихоньку. Вот этот переезд злосчастный. Вот только его закрывает, весь город стоит в обе стороны. Вот как можете наблюдать, пробочка. Поедем прокатимся через Гусь домой. После безалкогольного пива чувствуешь себя обманом. Нормального нет. Ехал по встречке. Да, здесь чайников много, конечно. Ни поворотники не включают, ничего. Проснулся, все на работу. А кто-то с работы. Например, я. Thank you.
Вот видели, сейчас поворачивал? На полполосы встал встречный и стоит. Нормальный, нет? Как я должен был его объезжать? Объехал. Место было, конечно, но все равно так нельзя ездить. Шутки шоу. Буквально через 15 минут объявят победителя. И у вас есть возможность закинуть веселый чат. Что-то невероятное по теме самих чатов. Мы все используем мессенджеры и нередко должны чат. Поворачиваем на центральную улицу города, проезжаем центр. Рассказали вам на протяжении этих часов сегодняшнем утром. Что пешеходы, вот смотри, что творят. Конечно же, о том, как хотели написать жене, написали другу, или хотели написать жене, написали какой-то чат. А два пешеходных перехода рядом. Они ломятся тут. Настоящие родители сына. Как вот есть? Родители, где родители сына. Мне же понравился фильм, как восьмилетний ребенок переименовал чат «Наша семья», «Семья дураков». Нормально, сообщение от Артема пишет: я как-то раз отправил смс не туда, и теперь счастлив уже на 8 лет. Что за смс было просто интересно. Займи денег. Если фотка, то еще можно понять. Пишет вообще Юля нам: доброе утро. У нас с подругами есть чат, который называется «Привет с Большого Будуна», а чат родительского комитета называется «И снова в бой». А еще часто случается очень простой конфуз у людей с моим именем в сообщении. Меня зовут Юля, а вы Юля. У нас, если что, целых две Юли работают, и шоу у них называется «Две Юли», так что не переживайте, наши это 9 тоже никогда не подводят. Пишите нам веселый чат своей истории, о названии чата, о каких-то фейлах, о том, как вы писали один, отправили в другой. Хотя написать одному человеку, написали другому человеку, совсем скоро будут подводить итоги в чат-приз, автору сообщения, которое нам больше всего понравилось. Классика жанра. Михаил Жванецкий. Как шутили в Одессе? Группа людей со спорными лицами и музыкальными инструментами. Прилип бригадир дирижер. Звонок, выходит жилец. Бригадир вежливо приподнимает член. Ай-яй-яй, мне уже говорили, какое горе. Жилец, какое горе? Бригадир, у вас похороны? Жилец, похороны? Бригадир, Решелевская, 6, квартира 7. Жилец, да. Бригадир, ну. Жилец, что? Будем хоронить? Жилец, кого? Бригадир, что значит кого? Кто должен лучше знать, я или ты? Ну не валять дурака, выноси. Жилец, кого? Бригадир, у меня люди, оркестр. 15 человек живых людей. Они могут убить, зарезать любого, кто не вынесет сейчас. Толстая мания в носках и мужских ботинках ударила в тарелку и посмотрела в часы. Жилец, минуточку, кто вас сюда прислал? Бригадир, откуда я знаю, может быть, ты? Человек всех должен помнить. Из коллектива вылетает разъяренный тромбон. Миша, тут будешь что-нибудь, или мы разнесем эту халабуду в дребезги пополам? Я инвалид, вы же знаете. Бригадир Жора, не изводите себя. У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим про культурные люди. Вы же еще не слышали наше звучание. Жилец, я себе представляю. Бригадир, секундочку. Вы услышите наше звучание, вы снимете себе последнюю рубаху. Эти люди чувствуют чужое горе, как свое собственное. Жилец, я это вижу по лицам. Бригадир, встаньте, едем, там, едем. Сюда. Именно отсюда будет проистекать. Тетя Маня, прошу сигнал на построение. Толстая Маня ударила в тарелку и посмотрела на часы. Бригадир пришел за кавалерийским шагом. Все светофоры собрал. Спрячьте свою дыхальную татуировку с этими безграмотными выражениями. Люди все время читают, смотрите, как вы заборы. Вы там пишете что-то новое каждый раз. Федор Иванович, вы таки студент консерватории, возможно, вы даже культурнее нас, вы знаете много. Но эта колбойка вас унижает. О, что-то ремонтирует. Теперь вы, Маня, что вы там варите себе на обед, меня не интересует. Но от вас каждый день пахнет жареной рыбой. Переходите на овощи, или мы распрощаемся. У нас работа с людьми. Прошу печальный сигнал. Оркестр играет фантазию, в которой с трудом угадывается похоронный марш. Жилец аплодирует. Большое спасибо, достаточно. Но это напрасно, наверное, кто-то пошутил. Жилец, может быть, на нас это не касается.
Я 15 человек снял с работы. Я не доведу уже закончить консерваторию. Мадам Зборовская бросила хозяйство на малолетнего бандита, чтобы он был здоров. Так вы хотите, чтобы я понимал шутку? Пересчитайтесь, потом посмеемся все вместе. Из группы музыкантов вылетает разъяренный трамбон. А я сейчас разнесу эту халапуту. Бригадир, вы слышали, что он сказал? Здесь таких 15 человек трамбон. Миша, что вы с ним скажете? Дадим по голове и отыграем с вами. Бригадир Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело. Зачем опять нервничать? Жилец, почем стоит похоронить? Бригадир, с почестями? Жилец, да. Не торопясь? Жилец, да. По пятерке на лицо. Жилец, а без покойника? Бригадир, по трешке, хотя это унизительно для коллектива. Жилец, хорошо, договорились, играйте. Только пойте. Память Сигизмунда Лазаревича и сестру его из Кишинева. Музыканты по сигналу Мани начинают играть и петь. Безвременно, безвременно, на кого ты нас оставляешь? Ты туда, а мы здесь, а ты туда. За кулисами крик, кого-то понесли. Бригадир повеселел. Вот вам и покойничек. Жилец, нет, это только что. Это мой сосед Сигизмунд Лазаревич. У меня сегодня был день рождения. Гусь хрустальный. Типа дорогу ремонтируют, опять ям нарезали. СМИ-Л номер ТУ-33-2-0-194. Выдано управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. О, за это лето раз четвертый уже ремонтируют, а смысл? Без возрастных ограничений. Хорошая погода на Юмор-ФМ. Сегодня днем в Воскресенье синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Возможен дождь. Ветер западный от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 3 до 5 градусов тепла. Вечером ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха от 1 до 3 градусов тепла. Ну вот я и приехал. Всем пока, всем счастливого дня.